Название проекта «Iced Out» в переводе с английского «оттаивший». Как бы тонкий намек, что видеопродакшн Коми нуждается в свежих лицах, взглядах и в целом на носу новый виток развития. «Оттаившие» уже представили на суд зрителей первую работу с индийскими студентами. Как только мы начали учиться в Сыктывкаре, мы сразу же начали осматривать его достопримечательности. Они очень необычные и привлекательные, что, несомненно, выделяет столицу Коми от других городов. Я очень рад, что нахожусь здесь и вижу красоту, величие здешней природы. По моему мнению, это клевое место. У 18-летних вообще все по-взрослому. Свои операторы, видеомонтажеры, ведущие, редакторы и продюсеры. Но как запустить проект так, чтобы дело пошло? Важное условие — собрать крепкую команду, что, наверное, непросто. Набирать команду тяжело, проблематично. Должен быть всегда лидер, я себя таковым не считаю. Потому что я считаю, что в каждой команде, если человек способен, хочет свои какие-то инициативы выдвигать и так далее, то каждый в нашей команде является лидером в той или иной сфере. Сегодня команда снова в сборе. Идет съемка нового ролика. Идея в том, чтобы показать гостям из Индии русские музыкальные клипы. Но недостаточно снять, смонтировать, придумать. Главное – понять, а нравится ли то, что Капил и Паван видят на экране монитора. И не только по реакции. Языковой барьер у нас присутствует, потому что студенты у нас не из Англии, не из Америки, у них есть проблемы даже с английским языком, поэтому в этом деле нам помогает в нашей команде переводчик, который очень хорошо владеет английским и пытается разбирать их очень такой слабый английский язык. Отметим, в команде не только студенты-журналисты, но и тот самый лингвист, а еще филолог и историк. Это тот случай, когда одно дело сдружило людей разных интересов и разных национальностей. Республика Коми, территория крепкой дружбы народом. Мы ждем вас! Анна Зубарева, Павел Фетисов, телеканал «Юрган».